Что на поле делает фламинго? Девушки из женской команды «Локомотив» взяли под попечительство фламинго из московского зоопарка. Опека заключается в том, чтобы проявить свое осознанное отношение к дикой природе. Ведь сумма, которую вы инвестируете, может быть действительно любой, и участвовать может каждый. Опекать – значит узнавать уникальные особенности подопечных, любить жизнь вокруг себя и увлекаться в знания о том, как сохранить многообразие мира. Программа опеки доступна каждому из нас. Помни о красоте, выбирай природу.